Italiano? No, I'm sorry. Ah, no, parli Italiano. No, a little bit, yeah. Where are you from? You're Italian face. Ukraine. Ukraine? Yeah. Ukraine? Yeah. Говорите по-русски? Да. Добрый день. Добрый день. Как поживай? Хорошо? Хорошо. Итальянский. Итальяно. Из Рима. Yeah. Рома. Yeah. И я говорю чуть-чуть по-русски, потому что моя жена украинская. Да. Одесса. И Одесса? Нет. Нет, маленький город. Кларика. Харьков, да. Я люблю украинский народ. Да. Вы туриста, да? Да. Я директор мода, мода итальянская. Мода, да. Париже, Пьетра. Да. Большой магазин опера. Да. Лафайет. Да, Лафайет. Где ла выставка, экспозиция, итальянский мода. Да, итальянская мода, да. Вчера закончил конец работ. Да. Сегодня до свидания в Париже, я уезжаю домой, Рим. Да. Вы был Рим? Был. Вы люблю? Вилла Боргесе, Рима, мой брат, ресторан де Кастинец. Да. А чистое сердце, потому что я люблю украинский народ, тоже Андрея Чеченко, а все Милано. Да. Я даю координаты, висите на Карцка. Угу. И я даю реклама, пропаганда, сувенир, не продавать. Да. Не купить. Как даю привет Рима позвонить? Да. Ресторан де мой брат, кушет, шпагетти, лазанья. Угу. Это на реклама, Пальса Мадрия. Это на куртка, фильм Эпорио. Да. Как ты зовут материал? Замещал. Да. Это координаты. Да. Меня зовут Гаэтано. Да. Как вас зовут? Виталий. Виталий Ошепья. Это мужская. Серьезно, я не шутка, Я там я сумнил. Это женская, мадам. Да. Это очень дорого и не проблема. Моя компания, мой объект, вода мне бесплатно. Да. И на подарок реклама. Да. А французский народ. Да. Но я не люблю французского. Французский народ – колодный, националист, эгоист. Да. И Абакраля. Вы знаете Мулин-Руш, Пигал, Мулин-Руш? Да. Вчера Абакраля. Абакраля. Ай-яй-яй. Я люблю украинский, конкретно, вы знаете Санта-Клаус, Деда Мороз. Да. Деда Мороз, подарок, реклама. Нет, спасибо, спасибо. У меня места нет в самолете, я улетаю. Спасибо. Места нет, я извиняюсь. Это я подарок, ему он Нет, спасибо, нет, спасибо. Сейчас,